Экстренная остановка в стене дома. ГИБДД обнародовала видео ДТП, произошедшего в понедельник на пересечении улиц Громобоя и Калинина областного центра. На записи видно, как автомобиль Infiniti пытается проехать регулируемый перекресток по встречной на красный сигнал светофора, но встречает на своем пути препятствие – другой автомобиль. От удара машину нарушителя отбрасывает прямо в стену близлежащего дома. К счастью, в тот момент на пути неуправляемой иномарки не оказалось пешеходов. Пострадавших в ДТП нет. Далее на записи видно, как водители и пассажиры спешно покидают разбитое авто, разбегаясь в разные стороны. Водитель автомобиля Infiniti предпринял попытку убежать с места дорожно-транспортного происшествия, но был задержан случайными прохожими. Водитель находился с признаками состояния опьянения, от прохождения медицинского свидетельства не отказался. В результате на него был составлен административный материал по статье 12.26, часть 1. Водителю за отказ от освидетельствования грозит лишение права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей. Заплатить также придется за проезд на красный, движение по встречной полосе и за разрушенные пешеходные ограждения.